Сегодня я хочу представить вам молодую пару, которая поняла, что пришло время в этом году решать вопрос семейности, и это очень важный вопрос в жизни. И мы вчера провели это обручение. А сегодня, представляя церкви, хочу, чтобы церковь помолилась, благословила их, благословила в их делах, которые они будут делать, в их решениях. Irina, how nervous are you? I'm not very nervous. I'm just very confused. You made the right decision? Oh no, not about that. What I'm supposed to do right now. All right, do we go in or what? Do I? Here's the bread. Знак нашої згоди, тобі це кейк. Thank you. Дякую. Yeah. Thank you. Нас багато, нас не подолають. I pray that they would be used of you, God, that they would serve you, Lord, for the time now, Lord, that they glorify you, Lord. As your word, сьогодні ви, як отець і мать, ви согласні з рішенням вашого сина Еріка, готові його благословити, а у вашу сім'ю прийняти дочь по імені Іра. Є, звісно, ми согласні і довго чекали цього часу, коли ми прийдемо. Нарешті прийшло. Є, благословляє і приймає. Спасибо. Спасибо. Поэтому, брат Виталий, вы согласны с решением вашей дочери Иры, готовы ее благословить, а в ваше сердце и в ваш дом принять еще одного сына Эрика? Да, так как мы говорили, что мы с одного области, ну, с одного места, я очень давно знал эту семью Одничуков, их всех знал еще с Костополя, и я очень рад, и я согласен. Yeah, my decision is because I love her. That's why I want to marry her. Yes, my decision is based on love because I love Eric and I want to spend the rest of my life with him. Thank you. You have given this love between us and God and this we say. May they always glorify you, God. May they always be consistent in ministry, Lord. May they love you. Водичуки. Розказуйте. Трубочки. Якого звання? Де Київський? Київський. Нема водівчики. Сорі. Розказуйте. Вадю, дякую, що ти тут з нами. Файнали дождалися, що Ера вже моє все гнали, знаєш, з хати. Давай, скоріше все. Але бачу, він сознательний. Він поняв це і зробив. Так, уже. Якби ми його не пушкали, то я не знаю, коли він там це зробив. Ваня питає, як ужин. О, смак почне, дивись. Смокота у смокоті. Так, він що? На пам'ять, а їм, да, щоб вони подякували, так? Дякую. Дякую. You happy? Yes, I'm very happy. Is it on? Am I recording? It is.
Erik, Irina, you're not married yet, so don't touch each other. Wait until the marriage. Hey, Erik and Irina, I congratulate you on your engagement. I wish you all the best, God's blessings, good luck with getting ready for the wedding, and enjoy. Erik, Irina, I wish you all the best, may God bless you, and keep you, and we love you. Ну что, молодожены, ну рано еще, а сегодня спать отдельно. Значит, мы поздравляем с этой пирушкой, все было классно, слухай. Если еще свадьбу вы такую заделаете, ну таки, чтобы музыка такая орел. С Ютики там есть группа, а еще в этой Ирии вообще барабанщик там изумительный. Значит так, все отлично, на высшем это, все поели, нам подали еще шримсы. Хай жизнь ваша будет, как эти шримсы. Повненькие, такие гарненькие, сочные. И это самое. Счастья, радости, всех благ, удачи. С Богом. Что они жили всю жизнь так, как сегодня они поводятся. До конца жизни. Окей, дорогие Ирочка и Эрик, мы дуже раді за вас. Хай вас Бог благословить, щоб все у вас було добре. Щастя вам, розуміння один між одним. Благословінь Господні. Проліна. Пару слов? Пару слов. А для кого? А, ну, дуже радий. Я дуже радий. Більше. Нема слів. Ходіть путями Божими, і Бог вас благословить. Щоб Бог благословив Еріка і Іру. Щоб вони добре жили, були покорні друг другу. І Бог благословить, скажеш. Свадьбу хай роблять скорше. Окей, не тянуть. Боже благословення. Хай Бог благословить. Поможе. Да, желаємо щастя. Congrats. It's been a long time coming. Many we're praying for many, many children, just like Pastor Dave said. And that's it. God bless you. Вчера провели это обручение, а сегодня представляя церкви, хочу, чтобы церковь помолилась, благословила их, благословила в их тело.